Амурской области увеличивается количество заболевших COVID-19. По информации регионального управления Роспотребнадзора, за два выходных дня 10 и 11 октября в регионе выявлено 112 случаев инфицирования. В лидерах Благовещенск и Свободный. Всего лечение от COVID сейчас получает почти 1700 человек, у половины пневмония. Ситуация усложняется, сейчас залог успеха в самодисциплине, отметил на оперативном штабе губернатор региона Василий Орлов. Мы решили спросить у телезрителей, вы соблюдаете меры профилактики? Если да, то звоните на номер 77-1101, если нет, 77-1102. Итоги голосования подведем в прямом эфире выпуска новостей в 18:30. Спортивный праздник с проведением военизированной эстафеты и ряда других конкурсов с элементами армейского экстрима состоялся в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. Команды от разных курсов и факультетов соревновались в выполнении комплексов силовых упражнений, забегов на дальние дистанции, разборки и сборки автомата Калашникова, переносу гирь и условно раненых товарищей. Финальным этапом стало перетягивание каната. Город Берегу. В областном центре стартовала акция по уборке мусора и озеленению парков, скверов и придорожных аллей. Первые массовые субботники в Благовещенске прошли в выходные дни. Жители и гости столицы Приамурья навели порядок почти на 150 городских площадок. В Приамурье на минувших выходных 6 районов засыпало первым снегом. По данным синоптиков, больше всего осадков было на севере. В Магдагачинском районе 10 и 11 октября выпало до 29 миллиметров снега, а в Сковородинском – около 25. Также не обошел циклон Тындинский, Шимановский, Мазановский, Зейский и Селимжинский районы. В Благовещенском местами был зафиксирован град, в областной столице – туман. Видео амурчане активно распространяли в социальных сетях. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении трех врачей АУДКБ по делу о заражении детей гепатитом С. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Благовещенский городской суд. Напомним, из-за использования нестерильных медицинских инструментов вирус длительное время передавался от одного пациента гематологического отделения к другому. Таким образом, заражены 157 несовершеннолетних. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18:30.